Добрый день. Это канал экстренных новостей Лос-Сантоса и я его ведущий Алекс Смертность. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о борьбе за права потребителей. Мы знаем, что некоторые, недобросовестные представители крупных торговых сетей, впаривают нам некачественные, просроченные, а иногда и просто опасные для жизни и здоровья продукты. В связи с этим в обществе растет недовольство таким хамским отношением к несчастным потребителям. Вот недавно начало набирать популярность движение с названием «Крики против». Активисты данного движения организовывают рейды по торговым точкам и безжалостно борются с беспределом продавцов. Торговцы пытаются натравить на хряков полицию, но вряд ли это им поможет, поскольку даже копы хрякам не указ. Сегодня в нашей студии один из самых ярых борцов с некачественными товарами и их продавцами, участник общественного движения «Хряки против», Демид. Демидыч, итак, расскажите нам, что сподвигло вас заняться борьбой с продовольственным беспределом. Всем доброго дня. Началось все с того, что как-то раз, распивая спиртные напитки с моими друзьями, я почувствовал себя плохо. Меня тошнило, кружилась голова, жутко хотелось с кем-то подраться, и в то же время мучал зверский понос. И тут меня осенило. Я вспомнил, что ириски, купленные мной на закуску, как-то странно пахли. Мы с друзьями пошли в магазин и разнесли его нахрен, чтобы впредь никто не отравился их ними конфетами. После этого случая мы поняли, что мир надо спасать от некачественных продуктов. А зачем вы замочили 68 копов возле магазина? Мы спасли их от мучительной смерти, вследствие поедания пончиков. Мы-то знаем, что в пончиках содержится очень вредная химия и жир. И теперь, благодаря нам, копы не умрут от ожирения. Хорошо, а как вы объясните нам десятки взорванных ментовских тачек? Ну вообще-то эти машины были заправлены некачественным бензином. И взрывая их, мы не даем им сломаться. Благодаря нам в нашем городе, тачки не ломаются от плохого топлива. Ну что же, ваша позиция ясна. Желаю вам удачи в будущем. И спасибо, что вы делаете такое благородное дело. Наша телекомпания провела опрос на улицах города, как жители относятся к таким крутым методам борьбы с плохими товарами. Молодцы, ребята, так держать. Я и сам борюсь с некачественными людьми на улицах, завалю всех нахрен. Мне пофиг, буду жрать все, что продается. Чуваки, возьмите меня к себе, где у вас отдел кадров. А на сегодня это все. До новых встреч в эфире. Не подписывайтесь на мой канал и не вздумайте ставить лайки. Ха-ха-ха. Шучу.